Линия от Шушенского до Турана – магистральные нити, по которым в Тыву идет высокое напряжение. От их надежности зависит и электросистема Хакасии. Чтобы избежать отключения линий из-за пожаров и упавших деревьев, энергетики постоянно ведут вырубку леса. Сейчас, помимо пил и топоров, на вооружении специалистов появилась чудо-техника. Энергетики расчищают таежные участки под линиями электропередач тремя способами. Первый – это понятно, вручную, но это очень трудоемко. Второй способ – химический, но он вредит окружающей среде, тем более, что рядышком дачи и протекает речка. И поэтому энергетики выбрали самый оптимальный способ – механизированный, тем более, когда есть такая техника, которая измельчает деревья в труху. Равняют деревья с землей специальным таежным трактором мульчером. Итальянский вездеход появился недавно, прошел тестирование и на днях вышел в лес. Если крупное дерево, мы его подрезаем, сваливаем, и основное мульчирование происходит задним ходом. Сколько вам еще осталось измельчить? Измельчить? Что, 90 гектар. Ну что, поехали? Поехали. После такого древокоса здесь еще долго расти ничего не будет. Ножницы мульчера не просто перемалывают кусты в щепу, но и взрыхляют почву. Проходит такой агрегат со скоростью около 5 км в час, и это намного быстрее, чем валить деревья вручную. 10 человек бы вот этого бы год бы рубили, а этот гораздо быстрее пройдет. До октября месяца мы думаем, что 100 гектар мы вырубим. За сезон энергетикам федеральной сетевой компании необходимо преодолеть более 200 километров трассы. Эта бригада состоит из 2 человек. В тайге им придется и жить, и работать. А уже через неделю энергетики будут далеко от цивилизации. Татьяна Степаненко, Виталий Ломаковский. Новости 7-й телеканал.